Ну что ж, какой эфир предновогодний без самых главных волшебников, а? Совершенно верно, и мы сегодня не будем исключением. Мы решили все-таки пригласить сюда самых лучших, самых новогодних Дед Мороза и Снегурочку. Поэтому уже можете вместе с нами лицезреть и смотреть. Вот они! Хорошие. Павел Мохнаткин, ну а также Людмила Гильнич у нас сегодня в гостях. Уважаемый дедушка, здравствуйте. Доброе утро, Дмитрий. Дедушка, как громко. Это точно, чтобы ты проснулся, чтобы тебя никто не забыл поздравить с днем рождения. Ах, дорогие друзья, сегодня такое замечательное утро. Я готов к поздравлениям. Дедушка, вопрос такой сначала для себя. Тебе что подарить-то? Мы вот просто не знаем. Да. Как вы не знаете, что Дед Мороз подарить? Нет. Мы вот уже, так скажем, полтора часа этим задаемся, да, вопросом. Мои маленькие большие друзья. Так. Дед Мороз хочет принять подарки. Ой, самые любимые, самые дорогие. Это ваши сердечки, ваши улыбочки, ваши песни, ваши пляски и хорошее настроение. Это будет самый лучший подарочек для Дедушки Мороза. Вот это я понимаю. Какие творческие подарки, Дедушка Мороз. Мы, конечно, рассчитывали там трешку, не знаю, машину последней модели какую-нибудь, телефон, может быть, где заказы принимать. А вот здоровье у Дедушки Мороза будет. Значит, все будет. И будет самый лучший праздник впереди. Какой? Ну, а ты знаешь, Дедушка Мороз сейчас у нас попросил каких-то творческих подарков, да? Но мне кажется, сегодня готов Дед Мороз и Снегурочка как раз те самые творческие подарки уже подарить с самого утра, да? Песенку споете нам? С радостью. Давай исполним нашу любимую песню про зимушку. Вот, а Дед Мороз будет Снегурочкой петь, а мы будем в сторонке танцевать, хорошо? Забавлять вас будем. Проходите в самый центр и зажигайте. Зима не нравится, холода и вьюги раздражают. Почему тогда ее красавицей ласково в народе называют? Потому что зима — это здорово, потому что зимой Новый год. Снежками бросаться не холодно, даже кот 10 раз прошибет. Потому что зима — это весело, это лыжи, хоккей и коньки. И в ночи, словно льдинки небесные, светят там ярких звезд огоньки. Речка вьется у зеленой рощицы, в небе облачка прозрачней тюля. Почему тогда зимы так хочется? В жаркие, как пламя, дни июля. Потому что зима — это здорово, потому что зимой Новый год. И снежками бросаться не холодно, даже кот 10 раз прошибет. Потому что зима — это весело, это лыжи, хоккей и коньки. И ночи, словно льдинки небесные, светят нам ярких звезд огоньки. И не надо гадать и долго маяться, если все предельно объяснимо. Почему зима нам вспоминается? Если говорим мы о России, потому что зима — это здорово, потому что зимой Новый год. И снежками бросаться не холодно, даже год 10 раз прошьет. Потому что зима — это весело, это лыжи, хоккей и коньки. И в ночи, словно льдинки небесные, светят нам ярких звезд огоньки. Дорогие друзья, всех вас поздравляем с днем рождения нашего любимого дедушки, а также с наступающим 2020 годом. Дорогие друзья, радости, улыбок, веселья, здоровья!
здоровья крепкого! Пусть близкие и родные будут счастливы! Дедушка, с днем рождения тебя! Ура! Спасибо! Какой ты настоящий. Я прямо сейчас и увидела вот эту вот сказку, вот этот лес в снегу. Правда. И абсолютно все. Скоро ведь дедушка запорошит тем самым снегом. Правда ведь? Все почему сегодня день рождения, мы уже говорили, потому что именно с 18 числа начинаются морозы. Да. Но, а пока хочется еще разочек напомнить, что у нас сегодня самый шикарный Дед Мороз, самая красивая Снегурочка. Это да. Это Людмила Гильнич и Павел Мохнаткин у нас сегодня в гостях. Ну, а мы переключаемся дальше к территориям, которые, собственно, заснежит скоро наша замечательная дедушка. Это сады, огороды. Рубрика «Садовые истории». Защищаем деревья от ожогов зимой.